Уважаемые первокурсники, поздравляю вас с поступлением в один из лучших архитектурных вузов нашей страны – СПб ГАСУ. СПб ГАСУ – это не просто университет, это архитектурная школа с глубочайшими архитектурными традициями, которые восходят к 18 веку, к времени вообще становления нашего города. Надо отметить, что за весь этот исторический период сам процесс обучения и традиции обучения архитектуре в нашем вузе никогда не прерывались. Я хочу сказать, что вы выбрали правильную, одну из лучших специальностей, которую в принципе можно выбрать. Архитектура и архитекторы всегда были и будут востребованы, но это сложнейшая специальность. Мы обучаем студентов дольше всех в нашем университете. 5 лет на уровне бакалавриата и 2 года на уровне магистратуры. И только за это время студент, первокурсник, может получить необходимые знания и компетенции, чтобы работать как профессиональный архитектор. Вот эти компетенции, которые широчайшие компетенции дает наш вуз, это не то, что мы вам даем. Вы должны их взять и научиться. У нас есть поговорка, что никого ничему нельзя научить, можно только научиться. И пройти вот этот сложный путь обучения вам еще предстоит. Но те, кто пройдут этот путь, те, кто войдут в эту профессию, те, кто будут востребованы, будут в своей жизни реально счастливы. Поэтому я хочу всем пожелать того, чтобы вот после первого важного шага поступления в вуз вы прошли весь этот сложный путь успешно и были всегда заинтересованы в том выборе, который вы сделали. Желаем вам успехов в обучении, будьте счастливы!